опять же желаю вам получить те, тот опыт и те эмоции, ради которых вы сегодня здесь собрались. Быстрый секунд и легкой воды вам. Удачи! Чемпион Европы, призер чемпионатов мира и Олимпийских игр Иван Гирев, воспитанник центра «Дельфин», как и мальчишки и девчонки, которые пришли сегодня испытать свои силы. Регламент устроен так, чтобы все соревновались на равных. Все они хотят стоять на пьедестале, и спортсмены, и не спортсмены. Спортсмены плывут в отдельном блоке выделенном, они плывут комплекс. Чтобы это был праздник, мы разделили спортивные группы и неспортивные, но они соревнуются на одних дорожках в одно и то же время. Если те ребята, которые занимаются спортивным плаванием, постоянно участвуют в соревнованиях различного уровня, то для посетителей оздоровительных секций это в диковинку. Но организаторы сделали так, чтобы никто из 250 участников не ушел без награды. Сегодня праздник у детей, поэтому у нас всякие разные заплывы. Кто-то комплексом, кто-то 50 метров, кто-то 25 будет плыть. Но каждый ребенок будет доволен, потому что получен определенный подарок или же медаль и грамоту. Подобные соревнования – это еще и способ обратить внимание на острую нехватку места для занятий в Ленинском городском округе. Об этом в беседе с нами упомянул и олимпийский призер Иван Гирев. Раньше еще два бассейна справлялось, но сейчас уже поджимают, и мы делаем, руководство делает все, чтобы вместить как можно больше людей, чтобы всем было комфортно. Спрос высокий, особенно детей дошкольного возраста очень много приводят. И начинается отсеивание с путем того, что недостаточное количество тренеров, наверное, вот так вот скажу. Отрадно, что руководство округа последние годы работало над решением этой проблемы. В ближайшее время начнется возведение нового бассейна в районе жилого комплекса «Пригород Лесное». Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.